Лоджию. Просто дают высоту. Мне как вчера выходила, рассказала, как тепло. У нас была такая теплота, и сегодня, хоп-она. Я вчера ходила, говорила, гулять с детьми, сегодня пойдем, боже. Зима вернулась, минус 7 градусов. Буря какая-то, жесть, такие хлопья. Господи, зима уже, когда ты нас оставишь? Это жесть какая-то. Просто нереально. Ой, ужас, ужас, ужас. Вот такая вот. А весна в Сибири. Да уж. Всем привет. Я сегодня... Начинаю уже. Уже Варвара пришла с учебы. Она была еще в РТК. Хочу кое-что попробовать. Сейчас посмотрю, есть ли у меня колесики. Где-то у меня были колесики. В общем, если они есть, будет шикарно. Но они, скорее всего, лежат вообще в пакете. Их не там еще. У меня целая сумка. Вот такой у меня есть чемодан мужской. Как мужской? Это мои инструменты. Мужчины нет, значит, а инструменты есть. Так, сейчас найду. У нас сегодня погодку я показывала. Это было вообще нечто. Причем сейчас уже все, то, что с утра выпало, практически все стаяло с больших дорог. Надо еще отсюда вещи убрать. О, скоро буду делать ежегодную уборку балкона. Каждый год убираюсь на балконе, но в итоге потом за сезон, когда, о, кстати, колесики 4, надеюсь, сейчас попробуем вешалку починить. В общем, пока не сезон, все опять превращается в завалы, и это меня огорчает. Конечно, я бы хотела в идеале огромную лоджию, чтобы тут так все красиво сделать. В моей голове есть фантазии, как сделать. Но. Получается так, как получается. Здесь можно коробки все повыкидывать из-под всяких пылесосов. Из-под всего можно уже все убирать. Уже гарантия кончилась. Ну и, в принципе, сейчас гарантия не влияет на наличие коробки. Поэтому... Можно будет все убрать. Сейчас попробуем. У меня стоит вешалка, но она без ножек. И стоит практически на полу. Под ней неудобно мыть. У меня есть ножки. Я не помню, что там сломалось. Сейчас мы с вами будем посмотреть. Так, в общем, заклеила я ножку. Колесики, наверное, именно от него и были. Скорее всего, мне так кажется. Что колеса были именно от этой этажерки. На колесах прикольно, что колеса дают высоту. Мне кататься, в принципе, она не нужна. Но за счет подъема можно будет нормально... помыть там. Вообще там вот эта штука для обуви, но я ее и не использую для обуви. Ох, в моей голове тут столько идей опять очередных. Я хочу сюда пенал, чтобы убрать жарочный шкаф оттуда. Отсюда убрать микроволновку. Но, как обычно, шкаф мне не хватает. Я хочу времянку какую-то вот сюда, этажерку. Мне бы идеально бы встал жарочный шкаф. Я бы даже, может, мультиварку на эту бы этажерку бы перенесла. Только она будет где-то вот так стоять, повыше, чем сейчас. Потому что, конечно, это будет неудобно. Ну, либо мультиварка даже так осталась. Короче, в моей голове опять закралась гениальная идея, потому что шкаф пока
не получается, но я не знаю, как это сделать. Если подвинуть туда холодильник, опять будет его тыльная сторона видна. Это неудобно. Может, зеркало тогда все-таки купить и с задней стороны холодильника, если бы оно стояло, было бы классно. Оно бы закрывало полностью. Короче, не знаю, у меня какая-то опять бредовая идея в моей голове. Нужно с ними бороться, как-то уже начинать. Кстати, я вам не показывала. Или показывала? Нет, не показывала. Оставила салатик. Мы покупали салат, у меня привычка так брать и оставлять. Вот, серединка осталась, он должен, по идее, расти. Он даже чуть-чуть подрос. Я поставила его так, и в водичке он у меня стоит, чтобы сам питался корнями. Не сверху лить на него. О, а тут какие-то мошки завелись. А, вот откуда у меня мошки и завелись. Короче, в нем ножки, я две штучки. А в общем, если кошка не сожрет, я думаю, он вырастет чуть-чуть. Я как-то так уже ростила, но немного. У меня кошка начала есть вот эту красоту. Посмотрите, все пообъедено, надо увозить их к маме. А этот желтеет, мама сказала, вообще в луковице будут сейчас. Второй еще желтеть начал. Блин. Уронила тут все. И пока отламывала. Короче, желтеет. Она говорит, луковицы будут потом срезать на будущий год. А я не хочу, чтобы у меня стояли луковицы. Никуда я их прибирать не хочу. В общем, сейчас тепло станет. Отдам все маме. Пускай она себе что хочет. Зря купила. Я думала, они подольше подцветут, цветочки-то мои. А они... Вот так. Пойду сейчас заклеится. Пускай полежит так вешалка. Заклеится. Я ее поставлю. И будет стоять, как стояла пока что. Вот такие вот дела. На улице. Вчера выходила, рассказала, как тепло. Сегодня рассказываю, как будет погода на улице. Сейчас, в общем, звонили мне мошенники. Стали более продвинутые какие-то. Блин, один раз меня на это вли, все, я больше не поддаюсь. Типа следственный комитет, ну, как всегда. Я совершаю будто переводы на территорию Украины. А так как это наша недружественная страна. Короче, рассказывали. И в итоге, что, типа, я нарушаю Конституцию Российской Федерации, это уголовно наказуемо. Ну, короче, там мне что-то лечил. И начинает про банки спрашивать, куда я свою информацию передавала. И называет просто все самые популярные банки. Что у меня, мне один раз так звонили, и говорит, с вашего банка, и я на него, ну еще с какого банка? Он, ну с вашего, с которого вы делали перевод. Я говорю, с какого? Вы, вам же, говорю, пришло там что-то, вы же, говорю, видите, какой банк он? Ну, которым вы пользуетесь. Я уже на него наехала, он раз трубку положил. А этот говорит, если не хотите сотрудничать с нами, то можете положить трубку. Я говорю, всего хорошего. И положила трубку. Думаю, нафиг вас. Пошла покупать железный купорос. Сейчас я его куплю. И будем делать... О, тут солнышко, как классно. Будем делать закваску и... Ой, закваска, да, закваска. И ростить кристалл этот варюшин. То она сказала, если он засохнет, то мы уже его не возродим. Так что пошла я покупать. Ой, на солнышке хорошо, ветерка нету даже. Даже красиво. Бегала я по магазинам. Боже, как болит голова. Что со мной такое? Купила, зашла, даже купила лекарство еще себе, потому что вообще невыносимо. Выпила сейчас сразу таблетку. И покажу, что купила. Рамен, это у меня Алена по нему прикалывается. Что-то взяла ее такой желтенький. Она вроде говорила, что этот вкусный. Мандарины взяла. Не знаю, такая связочка большая. Ну, как мы едим мандарины, нам как раз. В орешке взяла колбаску. Ну, и может, Алена, конечно, будет. Но нам с Аленой я взяла суши. Что-то я захотела суши. Давно хочу. И надо их уже убрать из головы. Так, зашла в КТВ, купила всяких сладостей. Это девчонкам их любимый Фокс. Потом себе люблю вот такие брать. Чиурил. Это я что-то... Просто взяла, давно не ела. А вообще люблю вот эти. Орех и... Что там? Не знаю. Мед. Миндаль какой-то. А, карамель. Какао взяла сразу, увидела. Думаю, все кончилось. Сахар.
ванильный сахар. Ну, это с карбинки. Все время беру. Как в аптеку захожу, всегда беру. И они очень быстро у нас заканчиваются. И мы с девчатками обедать. У варюшки спагетти. Лапшичка. Короче, спагетти. Да. Колбаска и помидорка. Еще кетчуп ее любимый. У нас с соленочкой суши. Тут еще какая-то пищалка лежит. Что ты скулякишь? Что ты скулишь? Скажи, дратуйте. Дратуйте. Вот она красивая. Мы вернулись домой. Все, с Варюшкой зашли, купили яиц. У нас яйца кончились. Лавашек. И чипсы. Естественно, как же без них? Сегодня же пятница. Мне опять чаечек подарили. Вот такой вот вкусненький. Спонсор моих подарков. Совкомбанк. Надо попробовать. Он очень вкусно пахнет. Называется королевский пирог. Ну, я не очень люблю черный чай. Но попробовать можно. Так, еще распечатала. Я же буду себе делать одну штуку. И для этого распечатала. Ну, это вроде как бы доска желаний, ну и не доска желаний. В то же время это просто фон и доска желаний. Тут у меня, в общем, не хватает только основного фона. Тут у меня, короче, квартира, машина, заработок, отдых. И это все у меня тут продумано. А тут просто будет основной фон. Это просто картинки. Так что нужно еще один журнальчик мне. Вот. Сейчас буду за телефоном, наверное, работать. И Алена хотела что-нибудь посмотреть. Не знаю, будем, нет. Башка болит просто. Таблетка перестает действовать. Болит голова. Это просто капец какой-то. Ну, в общем, сегодня вот такой вот у нас день. Ленька валяется. Привет. Волосы съел. Ой, прости. Привет. Такая красотулечка. И тебя покажу. И тебя покажу. Вот она, главная красотка. С Аленушкой посмотрели уже один детектив. А как первый назывался? Эй. Классно, посмотри. Ага, вообще. Ну, прикольный был. Там всего 4 серии было. Интересно, сейчас включили. Как этот? Ай, капец. Научи меня жить. Но мне кажется, что я уже его видела. Не знаю, надо спать, собираться, надо посуду убрать, таблетку опять от головы выпить. У меня еще стиралка не разобрана, точно, я же постирала вещи. А чтобы разобрать стиралку, нужно сначала разобрать сушилку, чтобы было куда вещи весить. Замкнутый круг. Позанималась Инстаграмом, все поделала. Столько идей в голове, еще бы все реализовывать, было бы вообще шикарно. Но все будет good. Я точно знаю, все будет хорошо. Вот так вот, Варюшку заставляю идти уже спать. Уже время пол без 15-11. Она никак не дойдет. Сейчас пойду сберу ее планшет. Это сразу вернется. Все, все дела сделаны. Варвара собирается спать. Зубочка, когда это идеальность. Идеальность. Спать, идеальность. Спать. Так что всем спокойной ночи. И всем пока-пока.